Здравствуйте, дорогие друзья! Всякий, кто хоть как-то знаком с еврейской религиозной традицией, хорошо знает и понимает, что Всевышний не говорит слова какого? Пожалуйста. Дело не в том, что у Создателя нет определенных манер вежливости. Во-первых, его нельзя постичь вообще, а во-вторых, слово «пожалуйста» не просто фигура речи, не просто фигура речевого этикета, а она действительно что-то означает. А именно она означает, что я прошу тебя то, что мне требуется. Пожалуйста, сделай то-то, и потому что это мне принесет такую-то пользу. Творец не говорит «пожалуйста», потому что нет такого, в чем бы он вообще нуждался, и о чем бы он мог вообще попросить кого-нибудь и что-нибудь. Все принадлежит. Написано в псалмах Давида, если бы я даже захотел что-то, все мое. Ему не нужно, чтобы вы молились, он не одинок. Ему не нужно, чтобы вы соблюдали кашрут. У него для этой цели нет для этой цели там специальных кошерных цыплят там или чего-то. Он дружит с некошерными лобстерами, потому что они также его проведут. У него другой подход к этому миру. Он не говорит, пожалуйста, ни в одном из своих 10 речений, данных человечеству. Все заповеди даны для чего? Нам во благо. Ибо, когда вы помогаете, например, нуждающемуся, вам не обязательно говорить «пожалуйста» тому, кому вы помогаете. Поэтому нас несколько удивляет, когда в этой недельной главе мы читаем «Прошу тебя, пожалуйста, скажи народу во всеуслышание, пусть каждый у ближнего своего там и попросит серебряных золотых вещей». Речь шла о том, чтобы у египтян взять золото и серебро и выйти из Египта с этими золотыми вещами. Всевышний дает Моше такое указание, чтобы он внушил народу, чтобы они попросили и взяли это. Так говорит сам Бог. Почему? Почему он обращается с Моше такой странной просьбой? Во-первых, он может вот так вот сделать, и все там засыпаны будут золотом, наверное. Да? Но обратите внимание, Бог обращал Аврааму, что его потомки выйдут из Египта с несметным богатством. А сейчас, перед тем, как евреи должны выйти из Египта, у него есть важный план в списке разных дел. Да? И один из них... Вот именно это. Мы знаем о Создателе, что он может все, да, и у него нет проблем. Но очень есть одна вещь, которую очень трудно сделать. Как трудно тебя обогатить, если у тебя нет даже лотерейного билета? Очень трудно. Настолько трудно, что Бог просит, прошу тебя, пожалуйста. Почему? Потому что евреи, во-первых, могут сказать нет. Они не хотят, они чувствовали, что это своеобразная компенсация за страдания, за то зло, которое египтяне им причинили, они не особо этого хотели. Однако, из того, что Бог сказал «пожалуйста», можно заключить, что у него не было другого выхода. Представляете, почему? Да потому что есть такие случаи, когда Бог не в состоянии что-то сделать. Например, просто обогатить человека, когда тот человек ничего для этого не делает и не хочет. И дело не только в деньгах, в богатствах. Правда, у вас могут быть деньги, но это не богатство. Богатство – это не показатель денежных средств на банковском счете. Богатство, в отличие от денег, не рождается вместе с ним. Кстати, если вы когда-нибудь видели людей, которые наследовали или выигрывали крупную, это разные люди абсолютно. Да? Но неважно, написано в трактате Перкея, вот кто богат, тот, кто доволен тем, что у него есть. Это означает, что вы должны быть удовлетворены тем, что у вас есть, в противном случае вы не богаты, даже если на вашем счету все деньги мира. То есть евреи должны были что-то сделать для того, чтобы, выходя из Египта, для того, чтобы получить что-то. Купил лотерейный билет, знаете это. Для родителей большая проблема, это очень важная тема. Именно для родителей. Вот я, например, вырос в доме, в котором туалет был во дворе. Вы думаете, мои дети ценят то, что туалет находится внутри квартиры? Нет. И я уже воспринимаю это как саморазумеющееся. Я вырос в доме, где не было центрального отопления. Думаете, мои дети просыпаются от счастья и благодарят Всевышнего за отопительный бойлер? Конечно, нет. Если вы родители, то наверняка стараетесь воспитать своих детей в лучших условиях, чем были у вас. Поэтому они, ваши дети, никогда не испытают радости от того, с чем их нельзя сравнить. С этим нельзя сравнить. Да? Заботясь только о материальном для наших детей, мы совершаем большую ошибку. Если вы думаете, что облегчаете жизнь детям, создавая более комфортные условия, обязательно ошибетесь. Вы не лучше Всевышнего. Вы не можете обогатить своих детей. Бог не мог обогатить евреев в Египте. Для этого они должны были что-то сделать сами, чтобы заработать за богатство. По крайней мере, попросить. Если вы работаете в поте лица ради того, чтобы улучшить жизнь своих детей, вам, безусловно, это не удастся. Вы потерпите фиаско.
Потому что не вам будет наилучше, не людям. Но если вы работаете, чтобы улучшить свою жизнь, это правильно. Все, что вы можете сделать, это стать образцом для подражания своим детям, и чтобы они видели и таким образом улучшили свою жизнь. Перед нами шаббат. Столько не успели на этой неделе. Ну, ладно. Хочу сказать только одно. Шаббат надо праздновать с радостью. Без радости нельзя ничего сделать. Человек должен все делать радостно. Если это шаббат, он должен быть радостным, чтобы все люди видели эту радость и заражались ей. Брахавы от слаха. Thank you.